А яишечки, е-е. Добрейшего дня, да, Good Game, Twitch, всем привет. Ребят, мы сегодня приближаемся к завершению эпопеи с разрывом шаблона мозга и сознания и расщеплением личности у Кола Фелпса. И да, одной из этой личности, одной из этих личностей являюсь кто-то я, а другой является замечательно. Обворожительно, великолепно и во всех смыслах позитивная. Барракуда, привет тебе. Всем шалом. Внезапно. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. Вот. И прочие почитатели. Будет таковы и есть. М? Будет таковы и есть. Угу. 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 Да, осталось немного, осталось чуть-чуть. Да. Я надеюсь, что вы... Что вы? Чего я хотела сказать? Ты надеялась, что они? Я тоже надеюсь, что они. Я тоже надеюсь. Я даже надеюсь, что мы. Что мы, да. Да. Ну, в частности, что они. Мы очень и очень. Да-да-да. Что мы, да. Очень. Вообще. Угу. Во все поля. Вот это самое. Со всей силы. Да. Ае. Ае. Ну, чего оттянуть этого? Быка за... За это самое, да? Да, за вымя. У нас сейчас в кадре появится никто иной, как Келсо. Он приехал в дом... Куда он приехал? Там, где ему сказали, где скрывается газовщик. Кто-то поджигает. Да, который уволок Эльзу. Он работал этим... Сначала дезинсектором, да, а потом... Не, он работал дезинсектором. Так у него немножечко... Не получилось. Кукушечка съехала. Да. Чуть-чуть. Ну, кукушечка-то съехала у него еще раньше. Еще раньше, а потом ему помогли, да. Да, ему добили кукушечку. Да. Немного морфием, гипнозом и всякой хренью. И прочими манипуляциями. Да-да-да. The mind is a beautiful thing. Какой. Не, мы через главное не пойдем. Да. Там дураки что. Заглянем в бок. Вдруг там. Вот интересно. Ну, света есть, но. Но света нет. Движения особого нет. Здрасте! Блин, он даже руку не перевязал. Ну он прям в этом. Ну время вышибать дверь. Данс! Еее! Да, у Фолкса он учился неплохо. Тын-тын, тын-тын. Здрасте. Ага. Опа. Распределитель 70-70 модели. А, он же не в курсе. Ну это да, Келсо-то не в курсе, да. Ну видишь, он ничего не говорит. Так. Что у нас тут еще на кухне? На кухне там, по-моему, ничего. Разъемся. Фиженьки. Подозреваю, что те самые. Ну какие-то там, да. Которые с самого первого дела. Угу. Copeland True. День добрый тебе, приветствую, здравствуй. Да, вот, только начали заканчивать. Да. Здравствуй, Copeland. Опа. Нормал. Наши люди. Ну, как бы, будь тут Фелпс, он бы все это узнал. Ну да, 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 да. Это Фелпс же в курсе про контрабанду, угу. Там, про наркоту, про все. Про стыренные эти термических запасов. Да. Разные вещи. Да, такие ништяки. Так. У нас тут. А, ну там. Ну, такой дом вроде бы. Оп. Оп. Огнемет. Это, говорит, какой-то перебор, да? Да, эрибор. Эрибор, это какой-то эрибор? Угу. Ага, интересно. Главное не вести себя как Леголас. Да-да-да. Ну, помнишь, я сказала ехать сразу в этот дезинсектор? Ну, третий были списки. Угу. Я думала, ну, мало ли там оно как-то варьируется, потому что оно всегда я ехал по порядку. Угу. А нет, если на третью переедешь, то... Ну, входит такое с окровавленным плечом. Где этот у вас бугай? Copeland True. Не, я раньше среды не смогу.
Чатик чуть попозже начнет отображаться. Он доплывет до нужного состояния, и все будет хорошо. А что у нас? Не знаю, что-то багует сцена. Сейчас, может, контакт плохой. Сейчас, секунду. Кто-то у нас немножечко подмигивает нам. Я вам подмигиваю? Ага. Потрепанный немножко. Ну, слегка, да. Копландру, ну да, вот такие дела. Но я в среду. Да-да-да. В среду где-нибудь там. Мы сейчас спишемся, я в скайпик зайду, все решим. Но это будет потом. Планировал. Ну, я подумал. Тогда в четверг. Здравствуй, аллигатор. Ты тоже вовремя. Да, здравствуй тебе, аллигатор. День добрый, привет. Не, мы контакт поправили, есть контакт. А мы тем временем вошли в хижину поджигателю. Нашли много интересных вещей, которые, ну, Келсу ни о чем пока не говорят. Да, чатик допнул. Ну, эти всякие... инсектициды. Никогда не могла нормально выговорить это слово. Хорошо, что не инсектогены. Это да. Инсекточебурашки. Угу. Копландру, а я вот хочу. Просто мне так виднее. Так, что это? Мы на душе на улице. Давай зайдем. Откроем все двери. Как мой кот. Да? Да. Он все. Он не терпит закрытых дверей? Да, все двери надо открыть. Пофиг, что минус 40 и мороз. Надо открыть дверь на балкон. Что это она закрыта? Действительно. Дура, что ли? Опа. Я их тут... красивенько. Да, так, понял. Это самые листовочки? Угу. Quite a flock you got here, kid. Туннельные реки. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Зачем на него ехать? A strange obsession. Он отхватался от его шоу. Ну лучше бы он себя мечом проткнул. Фотографии. Jesus Christ, I know every one of them. Что-то инверсивно стало изображение. Да, значит, да. Вон. Ну, короче, да, это его там взвод, отряд, я не уж не знаю, как это правильно делится. Oh my god, Ira. You poor backwards son of a bitch. Что-то еще. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. За Карифаном поедут. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. KGP, I'm calling car 11K, 11 King.
Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K and Roger code that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for us. We need to get there first. All units on all frequencies, stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect сказал, что это записка, что это записка самоубийцы? License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. We'll need help to make it to the river. Лимоны? Угу. That's Kelso's car. Пока разгонится, блин. Да пустол. Чёрт. А ты заворачивай. Вот, у него поворотец, конечно, да. Так, Kelso красава, скинул хвост. Да. Слушай, я даже не увидел. Блин, не мог я не поверить. Так, еще раз поворот. Да ладно тебе, что ты, свои. Как хочешь. Jesus Christ! How many cops are these guys on? Неплохо скидываем. All units, we have a new suspect vehicle. It is shot number 1, 3, 5, 1, 6. Ой, и нас зацепили. Ой. Shop 13516 is a second suspect vehicle. Described as a green Hudson Commodore. License 3, Sam 0102. Reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution to continue pursuit. All units, stand by for further. Are you the suspect vehicle heading northeast towards 3rd Street? On the embankment between 3rd and 4th. Выходи, она еле движется. Да у нас завода такая. Ну да, она и до этого у нас обрезала его. Неплохо, неплохо. Играет на поражение. О! Ты молодец. Грамотно его столбик. А чё? Да-да-да, сейчас совсем важно. Ой. Дождь, всё серое, погоня. Ну. В нас стреляют. Да, и главного героя подозревают во всем плохом, а он хороший! А, это помнишь там, где гонки были эти незаконные? А, да, кстати. Who is this guy? Peterson, assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Stop right where you are! Got it. Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You working with Phelps? Optional. Handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new groom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Wait. Throw out the guns! Wait.
господи, он еще живой. Прыгнемся. Готово? Он будет потом ржёт. Сейчас целюсь в этого. Сейчас эти вроде не достают. Ешь! Ешь! Так, перебегаем налево. Туда. Шляпу сбил, гад! За шляпу ответишь. Так, вот можно взять у этого оружие. Перебежать за колонну, да? И перебежать за колонну, да. Давай, сейчас он постреляет и... Тупит действие. Оп. Куда, блин. Ладно? Блинский. Да, хорошо. Так. Да. Нет, это что, здесь удобно. Это налево, направо видно. Да. Готово? Постараюсь. Keep on going, Jack. Так, он перешел сюда, ага. Блин. You could walk out of here or go. You're pretty bad. Yes, again, again, again. God damn! Так, ну у нас все далеко. Согласна. I got you now, motherfucker. Все-таки издалека его. Мы можем направо вот переместиться поближе чуть там. Не вот этого, а еще правее. Давай его все-таки издалека. Совсем издалека? Ну их двое получается там. Потому что я тоже думал, что один, а один только слева еще вынырнул. Второго я там вообще не ждал увидеть. Не, он там только руку уснул. Ладно. Ну, цифон, ладно. О, второй. А он не стреляет, да, совсем, когда влево? Сейчас выстрелит. Ну, высунься. Давай уже, слышь, не задерживай. Люди ждут. Куда-то исчезает. Now, ну просто мы не знаем о нем. То есть здесь показано, что. Ну! Потом... А чего? Yeah. Так под... надо забрать. Подбираем что-нибудь, да. Вот это так. Неплохо стреляло. Скажу. Подойдет. Так, аккуратненько. Давай сюда. А? Очень важно. Шляпу сбила с него. Он там крови истекает, да, да, да. Еп. За колонну? А главное, чтобы теперь справа не зашли. Давай проверим вот этот коридорчик. Так, вот он где-то. А, это выход на улицу, блин? Наверное. Думаю, да. Ага, вон машины стоят, да. Угу. Я снова сюда или нет? Пожалуйста. Не знаю. Может, нам не сюда? Вот. Watch out! А, нет, а? Нормально. Оп, снизу он от нас покажет. Just missed. А, нужно стрелять. О,
Там выше начинает сердце. Если перепадать за угол из-за укрытия. Там выстрелит сейчас? Фильм показывает. Ты меня видишь, автомат качается за этим. За вышел один. Вышел один. Блин, почему он так вверх просто задирает, ладно, там? Кроме. Да, думаю. Удачи. Так, идем. Непонятно куда, но идем. Сзади подходит. Вот этот подходит. Господи, я сейчас посидею. Да, большой урожай. Левом кают. Куда он целится каждый раз, по них могу. Второй там. Keep on going, Jack. О! Неплохо. Так, реген, реген, реген. Так. Оружие поменять. Жесть всякая происходит. Вот вижу, что. А патроны подобрал. Патроны где-то. Что патроны подобрал? Ну. Чего, куда? Куда чего? Там направо. Зачем? Ну, чтобы вдруг, если туда выстрелить, не было выстрелить. А если бы я еще могла прицелиться? Ну я так вот тебя там убил бы. Угу. Прямо по центру пять. Вот. Аккуратненько. Там вот снизу, по-моему, с чего-то тяжелого стреляет. Возможно. Ну, сначала этого снизу. Верхнего, да? Ага. Готово? Да. Блин, каждый раз корректировка. Прямо над тобой, прям над плечом. А, чего? Вижу. Блин, не видно. Аллигатор, да не говори, хорошо, что их нет. Ситуация могла бы повернуться круто. This is what I'm good at.
это не по нам. А, нет, по нам. Погоди. Да, вот он как-то перед. Странное место у него не будет. Отлично вообще. Дабл. Как комбо. Момент. Да, он на центр прыгивает. Отлично. Подберем новенького. Винтовочка будет. Или автоматика. Ну, так, короче, справа. Что-нибудь из... Сейчас зайдем, посмотрим. Да-да. А, здесь по стороны искать винтовка. А, я думал, патроны пособирать, ну ладно. Лучше. Кстати, вот, у него тяжелый браунинг, нормально. Не-не-не, вернее. Не-не-не, вот. Но это винтовка, так. Тогда лучше автомат. Если тебе нравится автомат. Быстро стрелять, тогда лучше автомат. Да-да. Что я думаю, ну как бы, патроны побольше собрать. Ой. Вода пошла. Ой, пойду. А, куда? Куда? Нормально. Все нормально. Идем. На ту сторону идем. Все правильно. Да, не навесните углу. Ой, не могу. Чувак, блин, чувак, потому что я ускоряюсь, я вот. Ну, Я тебя подведу. Ага. Лазь, давай, что дела? Направо тут шел. На лестницу прошли. Давай. Наши в городе. Так, налево. Ага. А почему? А почему ты стреляешь? Ну потому что ты, я нажимаю... Ты правый нижний? А что он делает? Ну потому что бегать. А, правый нижний бегать? Да. А, я думал, короче. Оп! А. Фига, он по трупу еще топчется. Да что? Еще. Фига, фига ты живучий. Вообще. Три пули в позвоночник и ничего стоит. И по трупу топки. Ну, так, куда дальше? Оп, оп. Оп. Правда? Жопку спрячем. Да прилипни. Да не туда. Отлично. Надо подновить оружие. Возьми, возьми пока винтовочку. Ага. Так откуда они приперлись? Сверху? Рано, да, пошли наверх. Стены, блядь, дурак. Да не туда же, ну что ты, бля. Вот колонна. Господи. Готово? Готово, ага. С дробана, гад, не убил. Да, они самые. Фу. Блин. Куда их столько, боже мой. Так. Ага, здесь мы не перепрыгнем. Посмотри, где там можно перебраться. Ага, вот центральный.
Что нужно идти туда, откуда они пришли? Возможно. Хотя нет, подожди, огонь был с этой стороны. Когда мы сюда зашли на эту локацию, то оттуда был огонь. О, чувак, осадло они. Ну, он ушел отсюда, да? И сразу же. Ну, остается туда. Куда вы здесь беретесь, черти? Да, откуда он пришел? И нам куда сам уход? Ну да. Опять вниз. А, вот коридор. Вот-вот-вот сюда. Налево. Да. О, так. Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her, but not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the Sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom! War's over, soldier! I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help me get back. The doctor helped me to find my path. Доктор помог мне, я помог ему. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Vix will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now. For God's sake, Jack. What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Sheldon? Mm-hmm. Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about Jack, let me help. What are you waiting for?
call? Jump for it! We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. А я тут ни при чем. Well, you Herschel. A reformer. Who recognized the need Jack. To remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. Странно, что не нашлось никому другому речь произнести в конце. Не, почему там другой вышел? Ну, там начальник вышел. Начальники там участвуют периодически в видео. Угу. Потому что ничего не поменялось. Я так думаю. Да, там Монро и Фонтейна больше нет, но придут другие. Да, интересно, о чем договорился зам прокурора и начальник полиции. Да, вот это интересно. Sorrow, 'cause I always kill
Но я смотрю, там очень мало было народу, заметил, да? Угу. Ну, а эти, которые начальники, как бы, они обязаны, ну, как минимум. Но Рой-то вообще хорош. Только всего, понимаешь, тому пацану компромат, тому пацану компромат. Он такой, а я нарыл на Фонтейна. Ни в чем не бывал. Но у нас еще не раскрыты уличные дела. Кататься хочешь? Попатрулировать. У нас есть такая возможность. Можно, да. Давай. Лапочки. Лапочки. Владимир Горелов. Угу. Ара Стэнтон. Питер Блумквист. Я вот об этом актере вот искала информацию. Короче, о нем вообще типа, он там что-то продюсировал, что-то играл. Фонтейн играл? Да-да-да, который Фонтейн. Про него больше вообще ничего не известно. То есть это ж надо в такое время умудриться, чтобы о человеке было вообще ничего не известно. Об актёре. Ну. Он Франциско Вальдес. Это который? Это? Генераль Консоли. В Аргентина. Вот народу там, да? Ну, оказалось бы. Дэвид Эйч Лоуренс, 17-й. Нихил. Ручка. Виктор Циммерман. И да? Так и да. Наши люди там. Больно. Два раза шестой пришел. Ну. Не прошло и года, Эдуард, да. Здравствуй, Эдуард. День добрый, тебе приветствую, здравствуй. Ты очень вовремя. На титры, да, как мы вчера предполагали. Пунь-пунь. Чё, пропускай. Ага. Не пропускают. Это как в Assassin's Creed, 10 минут титров и не пропустить. Да ладно. Вот туда. Серьёзно, да. Ну, по идее, недолго стало. Мутанский ход. Сейчас перечислят все деревья, заборы и дома, которые играли в этой игре. Их отпустят нас. А потом еще написывают, кто пострадал. Я
А на радио. Да, там мультик в конце. Ты на Гайну изображаешь? Да. Ну да, там Эльза на фоне ходит. Отпусти и забудь. Нет, титры-то, в принципе, не лень посмотреть, но то, что они не скипаются, как бы, то есть не дается выбора, ну как-то. Ну, просто обидно. Да, это мое время, я не хочу его тратить на то, чтобы видеть непонятных мне людей. Потому что мне, если мне что-то интересно, я дополнительно найду. Или есть. Зачастую сейчас делают опцию посмотреть авторы. Да, да. И сидишь себе, смотришь титры в свое удовольствие вообще. Когда нормально. Ты хочешь это. Да. Вот так вот. Я говорю, Assassin's Creed, я засекал там то ли 10 минут, то ли 12, титры шли. Я не могла ничего сделать. Там Гэрон такой, да. Platinum Games умеет делать такие игры. Какой там последний босс? Понятия не имею, я не видел последний. Metal Gear Rising я не проходил. А. МГР это... Rising? Ответвление. Не играл. Точнее, я играл, но не прошел. Надо, кстати, пройти. Пожалуйста. Когда-нибудь. В следующей жизни. Когда я стану кошкой. Нифига ты вспомнил. О, мультик в конце. How about this for a headline? Guess which former Sixth Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow Boys, our very own Shadow Superstar winning son of a bitch. Phelps? He didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden Boy getting his back. А, он по ранению был комиссован, да? Да, поэтому да, они позже возвращаются. That phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the War Bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. No pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaluma and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of army surplus. You're sitting on surplus morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? I would tell him. Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Morphine. Do you want to have us all thrown in a brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck belts and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the Sixth have done. You go through with this, and you'll be nothing to me.
Так что Келсо у нас прям вообще. Ну, у него обостренное чувство справедливости. Он же на этом-то и сыграл Фелпс, когда подослал Эльзу. Ну да. Он сказал, он если почует подвох, он пойдет и будет до разбираться, конца, да. Запускай, продолжить. Дор, да? А Ванквиш играл? Ванквиш тоже от этих людей, вроде там также весело играться. Нет, тут не продолжить, тут как-то так. А нет. Мы, кстати, одну газету не нашли. У нас 12 из 13 газет. Мы же нашли последнюю. Где? Ну, в кабинете Фонтейна. Это была 12-я. Да ладно. Да. Смотри, можно попатрулировать. А, мы сейчас можем посмотреть, где мы не нашли газету. Да? Да? Где-то тут, я думаю. А, вот, улица Лос-Анджелеса, да, это просто в каждом из отделов можно пойти во фрироум, да? Ну вот последний уровень. Я смотрю. Лос-Анджелес. Первым оно через дело, да? Дел нравов, тут тоже 5 через дело. Ага, оно подставит, да. А тогда нам тут вообще 5 дел пожаров. А, во. Мы последнюю газету не нашли где-то. Вон, видишь? Две газеты, вот. Оказывается. Нифига себе. Дор, для таких челленджей нужен опыт. Идея прикольная, мне это нравится. Я бы на самом деле замазался в чем-нибудь таком. Но... потом. Где же мы там? Может, надо было по дому походить, прежде чем заходить в ту комнату с корабликом? Потом как-нибудь переправить. Когда-нибудь. Не, в смысле, для себя там, ну, честно. Ну что, попатрулируем с Бекалски? Бекалски! Старый добрый товарищ. Ну, по-моему, придется со всеми патрулировать, что тут как-то типа дело. Случай разбиты, да? Да. По отделам. По-моему, как-то так, да. Ну что? Да? Найдем крутую тачку. Да, кстати, можно же дособирать машины. Да. А мне нужно перерывчик. Ой, там как раз он вызов подоспел. Дор, вообще идея, конечно, да, поиграть в что-нибудь более экшонистое, также вот в таком же стиле, манере и исполнении, это очень интересная идея. И мне она нравится. Но она потребует больших эмоциональных, как бы, как сказать, не эмоциональных, а ментальных сил для синхронизации. Потому что здесь еще все более-менее просто. А такие экшоновые игры, они требуют большей сплоченности в действиях. Синхронности и понимания процесса. А это задача непростая. Да. Расходники понадобятся. Мизинцы нужны для того, чтобы ими ударяться в небе. Так. Там уже нам звонят? Да. Да. Предлагаю куда-то съездить. Давай. KGPL to any unit to 4-5-9.
Не очень далеко. Молодцы. 11K responding. Go ahead, KGPL. I know you Bennies is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why these places have so much preparation age? Наркоман, что ли? Ooh-wee! Bennies give me speed! Опять бегать. Всегда бегать. Чего же это такое сделал недовольный? Get the hell down from there, you lunatic! Пауза, пауза, пауза. Не успели. Так хотелось. Лазать по стройке наши любимые. Мы все детство к этому готовились. Ага. Здрасте. А чё шляпу носит? Да. Наркоман. В смысле, Дор, о чём ты? Ну, это продолжая идея о том, что взять какую-нибудь игру, требующую большого экшена, типа вот того же МДР, там, или, не знаю, ну, чего-нибудь такого. А, то есть очень быстрые реакции, да? Ну, реакция, синхронность действий, да, понимание. Ну, это как бы очень сложно. 19? Поехали. Пекалский, здорово, мужик. На квадратик нажми. Квадратик? I don't know the way. Ну ладно. Any unable handle citizen reports at 211 in progress. 4370 State Street, unit to handle code 3. Машинки. Машин. Опа. Заедем вправо. Ой, влево, влево. Влево. Никогда не попал. Поехали на одно. Зацепили второе. О нет, о нет, о нет. Что, заложники? Да. Еее. Помнишь? Нет. Да. Не, я затупил. А мы же проходили его. Да. А почему нам его повторяют? А, потому что оно рандомно генерировано, оно не вызвано. Да, ладно, да. Потом посмотрим. Не-не. Как бывает. Сейчас за той дверью сразу направо. Ага. Reinforcements are on the way. Six head to six. Что ты сенсис? Шляпу не тронь. Нормально. Блин. Блин. Stay down. Они. Давай так. Яйки! Где же мои яйки? Да. Сюда. Не сразу реагирует на изменение направления. Готово? Заложник, я иду. Заложник, берегись. Окей. Ну, один раз не легло. Сколько раз у нас? Короче, поехали на вызов. Не-не-не, давай закончим. Давай, давай. Чувак не мешал. Он мешает расследованию. Калский быстрее. Паркур. Пур-пар. Surrender now or I will use deadly force. Deadly force. Так. Это пар. Ну? Stay in cover. Ah! You're covered now!
О. Спасибо, Бековский. Бековский, красава. Тапа, где? Тапа, шляпа. Так, аккуратно. Еп. Воу. Опытный детектив. Да. Со второй попытки спасать заложника. Сколько раз был прошлый попытка? Ну, где-то восьмой раз, я думаю. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. I notify my supervisor and the coroner. Ну да, не засчитали. Короче, то, что красное, ничто. Нет, красное — это то, на что нас не вызывали. Ну да. А, да? Да. То есть может быть новое, но не вызываемое? Да. Mm. Просто оно мимо проходило, поэтому, знаешь, армейские товары, дядя, он такой не был. Я так понимаю, все, что вызывается, все всегда новое. То есть нас не могут вызвать на то задание, которое мы уже выполняем. Нет, могут вызвать на старое, да. Да ладно. Да. Сверну? Продли. Продли? Ага. Колбаса. Уп-уп, это сам надо полис. Уп-уп. О, видишь, красный. Мы не нашел. Окей. Поворачиваем. Чё такой след там за ним был? Даже никого не зацепили, удивительно. Да, они просто все раздвинулись как-то резко. I don't know what you're talking about. We weren't doing nothing. I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you not to. Sir, drop the weapon. You've been drinking, sir. You don't really want to. Three times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. Ah, лохопеты, блин. Look out, more of them. Put them down. Нормально. Стрелял? Между ног в воздух. Где он куда-то убежал, да? Господи, как ты медленно разворачиваешься. Где он? Погоди. Прям все. Блин, стреляет людей вообще прям оптом, пачками. Он сегодня за день настреляет, я не знаю сколько. Ну, то есть вот он вышел на смену, да? Вот мы сейчас разгрузились, он вышел на смену и понеслась. Notify a supervisor in the corner. Roger, 11K. All units be advised. Suspects are down at 540 West 9th Street. Shooting at Uncle Sam's Army Surplus is code 4. Мы же парочку в том отделе, парочку в том отделе. Ну, у личных, в смысле. Any unit able handle citizen reports at 211 in progress. 437 8th Street, unit to handle code 3. Careful, he's got a gun. Так мы уже догадались. Негр живой, удивительно. Он просто вежливо разговаривал. Mm-hmm. Дура, блин. А,
Ладно. Берем красиво. Да. Чего? Вежливо так садиться прям. Ну там будешь 10 лет присаживаться. А с ним-то удобно сидеть. Угу. Там красно. И мы неплохую тачку взяли. Ну чё он ускорился? Вообще. Телефоны не нужны. Что там вы придумают скоро? Да. Через 50 лет. Подождите. Где-то тут сегодня это. Да. Stop here! They're making a break for it on foot. Ой. Не. Да. Это правильно. Шляпу. Не, не подбирай. Yeah. Прям в шею ему туда. Боджичок. Шляпу подобрал. Car 11 KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. I'm gonna be advised code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. Видишь, что-то рядом. Вот туда не поедем. Ну посмотрим. У меня такое ощущение, что это повтор. Думаешь? Мне что-то кажется. Officers help, Major 415, 1624 West 3rd Street. Нет, видишь? А мы делали это дело. Разве? Да, у нас было такое задание. They had guns. Dirty Louses took everything and then booked. They went that way. Видишь, найдем замечательный место. Сейчас среди мусора будет перестрелка. LAPD! Ну? Заряди. Просто сейчас два лучше это будет. Так, перезаряжу. Keep moving. Yeah. Now 12 shots. Да. I've got 12 shots. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. All units, shots fired. Ops needs help. Chateau and Valencia. Chateau and Valencia. Shots fired. Ops needs help. Unit to handle code 3. Identify. Watch it! Sorry. I've got a new pen. Wait, тут ничего, поворачивай. Там прыгнет. Да? Разворачивайся. I've got a new pen, man. Watch what you're doing! Кто первый сегодня? Задумался.
Shots fired. Ops needs help. Chateau and Valencia. Chateau and Valencia. Shots fired. Ops needs help. Hammer code 3 identified. Car 11K, we'll handle the help call. Go ahead. Заложники. I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Crowley and pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like he wouldn't believe. They lose it. Bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground and make their stand. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We'll keep him busy if you can find a way up, sir. А я помню, тут очень много полегло, да. Ой. Я смотрю, спасибо. Yep. Eleven K. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down, and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. 11K, roger on the ambulance and coroner. Detective headquarters will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting at Chateau in Valencia. Code 4. Mm-hmm. All units, officers help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Hear a song from the X-Files. You know, this isn't a tank, Phelps. А жаль. Он сказал, это же не танк, Фелпс. 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Finally. We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids. Oh. LAPD, drop your weapons! Сзади вот так. Нет машины. Дробанчик, давай. Офигел, что с ним делать?
крадется так вот. А никто его не заметит. Наивняк. Любимый наивняк. Вот там мед пошел. Печень. Еще какой-то подбирается. Вот он. Направо, направо, направо. Он не здесь. Угу. Он обратно вернулся. Пойдем, возьмем. Тут ничего нет. Да, пистолетом нас стрелял. Стрелял, наберемся из машины. Ну, где-то рядом. Еще... А, там машина подъезжает. Ну, в смысле, наша. Ну, точно надо, оружие. Смотри, подъезжает. Готов, убегаем. Убегаем. Нифига себе. Медленно клепает. Приходится несколько раз его дернуть. Сразу берем пушку мощную. LAPD, drop your weapons! Барабан берем пулемет. Барабан, быстро. Справа, ты видишь, справа, справа. Еще два. Значит, не надежда. Бедолага. Надо поднять автоматик. Слева приеду. Далеко. Прячься. Ага. Только смотри. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Уходим. Вот сюда. Ага. Нормально. Massacre. Car 11K calling KGPL.
I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Слушай, а почему если за это дали 11 опыта, а за все предыдущие давали 15? Не знаю. Any central unit of 415 possible mental case. Ну и денёк будет тут колокольца вообще. Сами да. You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not gonna control my thoughts anymore. Управлять моими мыслями, говорит. Like that, wouldn't you? Give it up, LAPD. Да куда? Что куда? А? Я кто? Где выход? Блин, а чё? Да Фелпс. Куда он побежал вообще? И туда. Куда? Вон. Не вижу. Я просто не вижу пальцы. Ага. Put your hands in the air! Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! Чуть-чуть-чуть. Вот фигли он ускоряется. Ну скрипты, блин. Всегда ненавидел за это игры. Ну ладно, как бы вот такие, да, экшончики, еще можно понять. Последнюю веру в серию NFS я потерял, когда играл в этот. Как она называлась, эта предыдущая часть-то. Не предыдущая. Ну, короче, там была типа не Most Wanted. А, Most Wanted, да, как раз вторая. И там в гонках по скрипту ездят машины. Соперники. Ну, то есть, как бы вообще. Самый крайний. Ну, я помню, последний, в который играл, это был Most Wanted, и я там дошла до почти начала списка, но не смогла их обогнать, потому что начинают. То есть доезжают, да, до соперника, он такой. Да. И уже там такое было, да? Да. Первый Most Wanted? Я не знаю, какой первый, я помню Most Wanted, который я последний играл. Ну их две было. Просто была первая давно. Она такая в оранжевая, таких. Не, я помню, там было фонарь. Очень много всего с граффити было. Ну, и сама надпись граффити. И там был Most такой список. Да, с граффити, да. И там был такой список, типа, вот там гонщики, то есть выполняешь ну, какие-то и миссии, и такое. Надо было обогнать. Давай, ну короче, ладно. Ну, в общем, то есть в гонках такое делать, это, по-моему, самый край вообще. Это последнее место, где надо ускорять противников скриптами. All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2 identified. Не пожалели имбиря в шоколадку, да? Да, все под нормально. Положили. Thank you.
Почему вовремя? Ну, в смысле, там вы... Open your eyes! Ну, чё ты не сворачиваешь? Ну, я был занят. Увлёкся. В чём вовремя? Ну, говорю, там машины ехали вот так вот. Ехали, перестали разъезжаться, и тут мы щук, проехали. Нас уже никто не смотрит. Ну, и хорошо. Такое бывает. Как всегда бывает. Мне просто думал, ну, выходной. Да, все отдыхают. Стримы-то смотрят. Ну, в смысле, по-моему, как раз и есть время стримить смотреть. Какое-то время все на работе бы были. Да блин, это же у нас было. Ладно. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Ой, заложник, что ли? Какого фига? Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Нет, сам разберешься. Блин, вот тут тоже. Блин, догонишь. Интересно, можно его успеть вот на прицел взять? Ну, это нужно очень точно. Привет, заложник. Настало твое время. Put the weapon down. Yep. Понятно. 20-й левел дает о себе знать. Прям молча так. Как ты за машинкой тут? Давай. Drive. I need to go over the case notes. The roar of the engine drives the coyotes out of their lairs, and the shadow of doom is waste. Это заправка, вот на ней чаще всего. Здравствуйте. Забавно. А мы ее забирали, кстати. Разве? По-моему. Ну, какую-то похожую забирали. А нет, новая. Давай выйдем. Фантом Корсар. Какое название. Эй! Пиковский! А, он через дверь выходил. Через дверь вышел, да. Что, нас здесь никак не вызовут тогда, да? Да. Блин. Ну, мы теперь знаем, что за машина. Она на карте так отображается? Или тоже вопросиком все равно? Не, теперь отображается, что это за машина. Ну что, может поставить... Ой, блин. Ну, в смысле, у нас еще какие-то, по-моему, были неизведанные. Машина нет, машина есть. Дофига преступлений. Может, там наверху где-то? Ну. Тут машина, тут машина. А, вот одна осталась на себе. Сейчас. Пиковский, гони. You can drive. Аллигатор. Прикольная машина, да, такая. Дизайник у нее. По тем меркам, наверное, был очень футуристичный. Ну да, ну да. Да, где-то у нас немного по-моему, не там высадил. Да, да, немножко не туда высадил. Ну чё ты поленился? Ну ёпарсота. Сейчас, давай. Ещё, ага. Вот тут.
Это как это, концепт кар Форда в свое где-то время, ехать надо. Из-за того, что он не пошел в тираж, его сняли в Бэтмене 60-го года, как Бэтмобиль. Форды разрабатывали его для себя, ну, как для постоянной, ну, как для серийной модели. Она не случилась. Три вот слева гаража. Угу. Она не случилась. И его сняли в фильме. Просто как Бэтмобиль, она выглядела достаточно футуристично и так. Нет. Эхе-хе, у нас тут забава! Делюкс! Блин, господи, у нас еще 35 машин. Откуда там? Гази-г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 ази-
выехал. Сейчас. Ну, точно. Ага. Прикол. Забава. А где, в принципе? А вот не работает. Да. Ололо, я водитель НЛО. Ну чё, вперед на поиски... Приключений. Да-да-да. Есть скафандр, будут приключения. Поехали. А, будут путешествия. Блин, вообще. Таратас. Neighborhood. Who you call? Ghostbusters. I afraid no ghosts. Короче, ужас. Машина на самом деле. Давай полицейский разворот. Практически. Почти. Если у нас остались, нет, не расследованы. Наверное, еще. А, нет, все? Нет. Ну, может, в другом месте, где-то там далеко на... На другую сторону, да. Не на ту, где мы сейчас. Да. Где-нибудь далеко справа. А, нет, видят, все. Это все скрытые машины. Так, слушай, а так как у нас сейчас нет полицейской машины с рацией, как мы услышим новый сигнал? Ну, можно съездить до нашего отделения и взять там машину. Да, типа? Нет, это Уилшерская. А мы в центральном. Да, вот сюда. Приказки ты поведешь. You're behind the wheel. А, прикол. А синенькая внутри. Мы вам тачку пригнали. А вот, вот и это полицейская. Вот. Бековский такой думает, вот у меня напарник чудило просто. Но с ним весело. Вот, сразу выжил. 4-5-9. У нас уже почти половина... этих, да? 17 из 40. Может иметь смысл будет сменить отдел? Не, по-моему... Или за один отдел можно все собрать? Я вот не знаю, не помню. То ли все можно в одном, то ли... Короче, не помню. Посмотрим сейчас. Сейчас нас на другое сбегут. Не-не-не, поворачивай, поворачивай. Ну, нас на другое вызывают. Рэд! Погоди, а чё оно пропало? Не знаю, пропало. Пропало.
Неудачно заехали. Тех распугали. Наше дело здесь сделано. Я жду вызова. Я держу на ожидании. Ну а что, Винди, курсору можно крутиться, а мне на машине нельзя, что ли? Блин, спугнули дело. Are you blind? If you want instructions yep. on how to wipe your ass, you let me know. Катаемся. О, обратно появилось. Повернули. Наверное, надо все-таки поаккуратнее заехать. Ну. Давай зайдем внутрь, туда зайти можно. Думаешь? Мне показалось, там ручки орали, вот и говоришь. Нет? Казалось. Давай покрутим все. Ну оно исчезло опять. Я вижу. Ну, в машинах посидим. В каких мы еще не сидели? Ну в этой точно сидели. Да? Машина этого. Роя. А, не Роя. Понятно, а вот и нет. Сидели, нифига себе. Блин, я их вообще не различаю, получается. Возможно. Они одинаковые для меня. Я так, я говорю, просто давай пересадим, вдруг какой не сидит. Сидели. Вторая, наверное, такая же. Ну, похоже, да. Это чуть другая. Угу. Блин, смешные машинки. Ну. А у него тоже, кажется, уже попу свою грели. Вон еще. А, такая же, как и зелененькая. Давай проверим. Остепимся. Ладно, садимся. Да, не, давай бежим пешком. Ой, появится дело, не появится. Появится, если мы в полицейскую машину. Где? Где? Блин. Да? Пошли к ней обратно. Мы ее где-то тут тусим. Да заезжали? Нет, не заезжали. Вон она там стоит на входе. Хорошо, хотя она не пропала, блин. Ну это не нигерская гетто. Ну да. Ой-ой-ой, починили. Круто. Будь здорово! Поворачивай! О! Аллилуйя! You got that safe open yet, or what? Your girlfriend is looking over my shoulder again. I swear she says one more word. Honey, it's best if you let him work. Floyd. Спасибо. Better hurry up. That was a hell of a crash you made getting in. LAPD, hands up, all of you. Jesus, Jake Morty, come and blast this cop. Я всех знам. Можно я застрелю? You keep an eye on the girl. Неплохо. Вот тут. А нет. There he is, blast him. Давай. Где ты?
Такой смешной. Give it up, LAPD. А где вырубила Бековска? А, бедный Бековска. Брэнский. Машинка, машинка, какую-нибудь машинку. LAPD. Она врезала в стену, она врезала в стену. А, уже? Блин. Господи, вылезай. Я сейчас неправильно сделал. Что ты сделал? Ну, нельзя идти по линии огня. Ну, он держал ее на прицеле, а я пересек, получается, ему обзор. Так, куда ты? Восемнадцатое дело. Угу. Я думаю, блин, куда она сейчас поедет? Как в машину садится, она далеко не уехала. Это она молодец. Да. Спасибо ей. Интересно, как она вроде бы. А, видишь, опыта не дает максимально. Все уже, да? Угу. А я думал, до 90 уровня. Докачаться, да. Потом престиж получить еще. Угу. Там репутацию с... Легендарку. Из-за угла выскакивают менты. Оп, менты. А, глянь, глянь сейчас. Where the hell have you been? Four punks been helping themselves to the suits. Oswald Jacobs, you work here? Goddamn right I do. А, это который в деле у про этого, про консула. Консула, да. You go first. How about I back you up? Прикольно. Здорово, Фелпс. Здорово, Бековский. Он. Давай, стрельнись. LAPD! Throw out the guns! Надо подойти поближе, да? How long do you think you can hold out? Yep. Give me some cover. The cover fell. Где? За колонной. Ха-ха-ха! А, вот так грифтануло, так прикольно. Беги. Ага. А, все, да? Да, Бековский справился. Молодцы! Car 11K. Shots fired and suspects are down. We're code 4 here, but I'll need an ambulance at 536 South Figueroa Street, Holter's Textiles. Also notify a supervisor and the coroner. Give me two. 11K, roger on the ambulance and coroner, and I'll notify your supervisor. Units 11K, the shooting at Holster's Textiles. The suspects are down. Code 4. Units 211 in progress. 933 South Broadway. Вот так.
профессиональный разворот был. Такой прям уверенный. А то? 20 уровень, что хочешь, да? Жалко, в тех машинах нельзя принимать. Наркотики. Да, я думаю, это в любой можно. Ой. Попал. Подкинем? Давай. Может, тоже глючить? Ну да, с какой-нибудь надо. С стороны подкрасться, не знаю. С стороны солнца. Подветрено. Без подветрено. Не по фэншую подъезжаем на задание. В парк в фонтане купаться. You're gonna kill someone! Так, так, можем заскочить? О! Благодать? Хорошо сидим. Папа обещал мне машинку подарить. Она не делает врум-врум. Ну ладно. И он там развлекается с этим. С рулем. Фелпс сошел с ума. Фелпс жует траву. Кто-то вызовов новых нет. Наверное, Харик на кому. People might move out of the way quicker if you use the siren. Are you going in? Винский, надо, думаю, перезайти. Да. Take it easy. Давай подъедем, то хоть куда-нибудь. Пяток потолка. Remember the dead lady they found under the thing? You can't go around hitting broads. Вот это. Ага, спортсмен. You want to five star goddamn wedding. That price is outrageous. Ну куда же вы все разбегаетесь-то? Ну чего вы? Индиана Джонс не смотрели. Обещемись камня. Я косплею камень. Джо Бековский, здорово. Это абстекский камень самонаводящийся. Что мацает за грудь еще. Ну так руками. Попутно, да. Посмотри, да. Черт. Эп. Нормально. Наши в городе. Окей, мне спасибо. Как вы так умудряетесь отскакивать? Блин, кто вас научил? Кто ваш мастер? Нормально, все, можно ехать на задание. Кто такой? Кто такой? Отойдите от полицейской машины. Да, угадать хотите? Куда? Не знаю, просто так. Нажимай вперед, она едет назад. Потому что я держу назад. А? Careful!
машину. Давай сядем. Давай. Подъедь. Зачем? Подъедь, мы не сядем. Посидим. В тех машинах посидим. Да, еще бы знать, в каких мы точно сидели. А иногда они так похожи. Да, они всегда похожи. Не знаю. Поезжаем? Многие модели в этой игре, чтобы отличить, это надо быть спецом по моделям. По моделям спецом. Надо будет. Спецом по моделям. Модельным спецом быть надо. Модельным спецом быть надо, да. Спецом моделям быть надо, по. Ага. Да, трамвай угоним. Как тот чувак. Мы катались на трамвай? А по-моему нельзя на нем. Да? Да, я. А он дверь открыл. О, зайти надо, зайти надо, зайти надо, надо зайти. Давай. О, блин! Я хочу покататься. Мужик, напусти. Ну пусти, мужик. Ты этот, Франциско, который. Дай покататься. Перегончик надо. Если подержать. Нет. Там тут Берлин. Не пускает полицейских в трамвай. Дискриминация. У нас, короче, не генерятся дела. Угу. Это нас сама сохранит, когда я буду. Ох, I knew I should have driven. Мы ведь в мусоровой здесь сидели. Да. Я помню, в инсик. Ну да. В службе по борьбе с насекомыми в этой машине. Может быть, в грузовичках каких-нибудь не сидели. Ну, грузовичках немного каких сидели. Понятно, не ожидал, да? Try making it to the next intersection without killing anybody. Can you do ну that что, это с другим напарником придется поездить. Может быть. Как-то это. Будь тачка друга. Не сильно. А этот будет Ингвар. Не называй меня. If we survive this, it's gonna be a miracle. Okay, go ahead. 11K, roger. Citizen reports at 415 at Alvera Street Plaza. 11K, it's code 3. Huh? You're crazy. If I'm crazy, it's your fault. Running around behind my back. How am I supposed to trust you, goddammit? Sorry. Whoa, sir! I think you ought to calm down. Mind your own goddamn business. Why is everybody always on my case? I just did a shoot. Officer, guys! Watch it! Нифига себе. Ого, ого, там что происходит? Ну, что? Ну, его так заносит. What the bastard?
Reinforcements are on the way. Cease and desist. Блин, кто из них-то? Справа, справа. Это. Cover me. Yeah. Дедушка правильно сделал. Понимал, что на дальних дистанциях ему нет. Не сдобровать. Поэтому сразу. Открыл огонь на поражение. Car 11K. Code 4 at Alvera Street, but I'll need an ambulance. Shots fired. Suspect is down. Roger, on your ambulance 11K. All units be advised. Code 4 at the Alvera Street Plaza. Половина. Я думаю, чтобы посидеть в всех машинах, придется мануал. Да по-любому. С учетом того, что нельзя посмотреть, в каких машинах ты уже посидел. А чё? Выехал и затормозил. Молодец. Проехал гумило, ничего по нему. Вот как вот эти. Oh, come on! Надо выйти погулять там почти. Есть тут машина, чтобы посидеть? О? Здесь у нас была перестрелка. А, нет, боулинга не было. Не было. Ну вот, мы ее спугнули. Они починили, не? А посидеть в какой-нибудь машине другой? Угу. Вот кто бы знал вообще, что мы в день не сидели? Ладно. Что там? Эта машина. Значок серенький. А, типа преступление, которое мы уже... Ого! Опять какая-то новая машина. Маленький значок, это, по-моему, ну, преступление, которое мы уже раскрывали. Ну, те, которые стоят на стоянках, определенно стоят. Скажи, ну, видишь, еще две нашли. Искать две наши. Люди. Дайте поесть. Не, такая же разломанная капот валяется. Да? Давай людей потолкаем. Ленч? Какая, блин? Это что стоит тут, мужики, не помню. Вы что здесь третесь? Бяам. Да, думал, уйдешь от правосудия. Бяам. Да, ты... Что
Я видел, ты здесь стоял. Отодвинул его так. Можно подраться? Как ветер в первом GTA, да, эти, которые ходят с троем. Набиваешь морду первому, они все за тобой ходят. А чем это плохо? Давай мне присядем и перехватим патрулей. О, видишь, вернулся. Давай обратно. Аккуратненько без аварии. Ну блин, заглючил опять. Уже на машине опять. Yeah. Да. Ну, там же должна эта катсцена. Jesus, Phelps, you're terrorizing these poor slubs. I hope you get the death penalty. There's people there. All units, the citizen reports a 211 in progress at 9th and Grand. Unit to handle code 3, identify. 11 King responding, go ahead. Car 11 King, a 211 in progress at 9th and Grand. They're rolling to the bowling alley, code 3. Боулинг должно быть. Ха! Сработало! Hit the sidewalk, all you! The place is closed for business, you hear? Видишь, машину починили. Берем пушку. А, эта машина берется. Я сейчас это берется. Блин, да ладно. Jake! Mikey! Oh, Jesus. Fuck the money! I'm gone! God damn it, get after him, Cole. It's
It's not too late to get yourself up. Ничего не перепрыгнул, ага. Заложники. А ты с дробаном? А нет. По-моему, знакомый заложник. Now, are we gonna make a bargain or what? Put the weapon down now. Holy Toledo! Yeah. 20 уровень. Тебя, тебе должно дальше давать опыт, не понимаю. Престижи должны насчитывать, медальки там. Yeah. За такую меткую стрельбу, конечно. Ни один заложник не пострадал. Круто. Шикарно. Да. Any central unit, car 16F reports a possible jumper at 8th and Hope, the Methodist Church unit to handle code 2 identified. 11K, go ahead. Drag King, 16 Adam, possible jumper at 8th. А, ну, это прыгун, да. Ну, по-моему, оно типа не засчиталось. Sure warm me before you do. I will. Gotta be something big. Wait. What? You think this thing can... Окно выдерживает этого. Здрасте. No offense, but I don't want you splashed on my shoes. Are you crazy? What are you trying to do? I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. I still can't eat spaghetti. Отличный переговорщик. I... This what you wanted? I can't do it. Это тот, который от нас уделал. I'll come quietly, just... I need some help. Please. You gotta get me some help. You're a danger to yourself and to others. Whoa, there! Any central units, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. This is car 11 King. Go ahead with the further. 11 King 2. You should have iced those folks.
You leave no witnesses, you stay out of the post. Not riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my but ear. But I'm tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Oh, знакомая машинка, да? И нам за ней не угнаться, по идее. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Расставить, давай перестреляем. А, они сами вырезали. Ну? Show me your hands. Ты подошел? Ой, а что делать? Так я забыл процедуру, да? Что там положено по инструкции? Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Шуршим шуршунчиками. Ты можешь сейчас долгим нажатием на треугольник заставить напарника там соответственно? Угу. Не. Поехали. Каждый раз этот удивленный тон. Да-да-да. Пропал. Ладно, покатаемся. Watch where you're driving, you maniac! Маньяк. Thanks for your trouble. Дядь, куда так спешишь? Давай назад. Ну
Не, убийцы полицейских нет, а вот повыше, которые красные. Вот, допустим, не, вот, вот это, да. Наверное, мы тут не были. Да? Да? Прости. You know the way. You can drive. По идее, да, он должен отвезти. Но для этого надо сначала выйти. Citizen reports suspicious activity 111 South Alameda. Stand by for further for any Sentry unit. Car 11K, go ahead with the further. Car 11K. LAPD, stop what you're doing. Ah, shit. Опа. Leave him be. Воу-воу-воу. Шляпа удержалась. Была готова упасть, но удержалась. Да блин. What's your beef with this guy, Phelps? А-а-а. Где он там? Ага. О, новая машинка. Правда, она какая-то, по-моему, совсем. These people! А, типа отражение. Здрасте. Hands behind your head. Frank Morgan. Реально. Yeah, look, it was Harry's idea to boost the truck full of fishes, not mine. I was in the bar late talking and we... Save it. You two idiots can say hello to Adrian for me. Adrian. Oh, god damn. Знаешь, который? Toffs. Старая знакомая. По-моему, там еще должно быть пару преступлений, в котором, ну, старая наша знакомая. Ты мне не изменяет память. Union and Rockwood Street.
Unit to handle code 2, identify. Ну, я у нас преступление. Мы заснем. А что, будем следить? Да, давай. Она похожа на какую-то... Ну. Да. Вообще, давай Кадиллак, пусть Расти поведет. Can you drive to this one? У нас вызов, ну это... Давай машину выберем. Да, может, да, может да. Ты поведешь? Может, заедем по бургеру еще? Да-да-да. Как-то горит банк, да? Заходит пожарный. Ребят, ну вы там, ну если хотите, вставайте, там, поедьте до пожара. Там. Ну если получится, потушите. God damn it! I said cough it up! I'm not gonna say it again. Say Fukaya! Chuma yeah! That's it, old man. I've had enough of your gibberish. Как легко убивают. Give it up, LAPD! Watch it, Buster! That's a good touch. Hurry! You can still catch him! Shoot the creep! Don't win. Get that bomb! He wants that away! Это заложник будет. Слева, слева, слева. Для машины красный. Это синий. Ой. Блин. Я его так и не увидела. Ну, он перебежал. Он сначала за красный, потом перебежал за синюю. Есть место преступления. God damn it! Give it up, LAPD! Don't push me! Hurry, you can still catch him. There he is, officer. О боже! А Фелпс угорает. Это полный. Это жучий. Surrender now, or I will use deadly force. Deadly force? Use your deadly force, Luke. Коронер его должен ненавидеть уже просто. А чё, работа? Ему же не поштучно платят. А вдруг? Зарплата от количества трупов на районе? Это интересно. You can drive. Это бывает так, что далеко эти дни. Но пока доедешь, ты не сможешь сорваться. This is 11K. We'll handle the 211. 11K, your 211 is at 410 South Flower Street at Scott's Garage.
tables have turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Чувака тоже достали. You ain't gonna last long in a tin shack. Они выбежали. Я понимаю, просто он еще не останавливается. Фопсы, фопсы, инерционность дичайшая. Да вот, в эту. А, вот что-то. Да, сейчас будем в подземелье. Ну вот они. Да. Ну куда? Ну я таки с тобой. Сута, пошло не двигаться. Ну шо, вот направлен. Увернулся там, ага. Это трамвай или метро, или что это? Метро у них называется. Там было прям написано метро лайн. This is car 11K. Shots fired at South Flower Street, Scott's Garage. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance and coroner. 11K, Roger, on the ambulance and coroner. Ну, что поделать, если мы хорошо не понимаем. It's code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's Garage, code 4. Calling all cars, citizen reports, officer needs help, shots fired, officer down, 6th Street and Lindley Place, 6th Street and Lindley Place, unit to handle, code 3, identify. You drive. I need to go over the case notes. Напекло, да? А. Calling all cars. Citizen reports. Officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle. Code 3. Identify. This is car 11K. We're on the help call. 11K. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Repeat. Shots fired. Officer down. 11K. Code 3. Да, было. Бежим. Давай. Get over here, will you? This isn't as much fun as it looks. Какая-то кто? Подозреваемый? Да. Почему мы бы ему не стер... Ну ладно. А хотелось, да? Ну так удобно. You like killing cops? Ай. Да это у нас
Да-да. Смотри, как он... Нет, как она его держит. Там какая-то багуля была. Он вот так вот, да, держал. Надо как в первом Хитмане всегда было. Он там так брал. Да-да-да. Так вот там. Еще несет вот так. Как это у Леницы, да, вот так? Лапы, да-да-да-да-да. И вот это тоже там. Берет с полки что-нибудь. Так руку несет-несет-несет, он делает так вот. Отлично. Развлекается, походу. Да, вообще, как умеет. Speaking for the films, Eric Johnston, president of the Motion Picture Association, talks frankly concerning the attitude of the producers. We are accused of having communists and communist sympathizers in our employ. Undoubtedly, there are such persons. Are you the thoughts of what? Breathe, Phelps. Breathe, damn it. Slow and steady, come on! And at the next junction, you shut your trap. Вот, побороли всю преступность Готэма. Есть машина, есть посидеть, а? Машина, посидеть, машина. Надо же эту морду еще не снести. States armed forces fought gallantly on distant foreign shores to secure now we have our boys home again and the mission force developers would like to help you to secure their future. And here today to offer you every peacetime soldier's wildest dream. Citizen reports suspicious activity on a trolley car on Fountain Avenue. Stand by for further information. Any central unit? Car 11 King, go ahead with the further. 11K, see the woman. You know the way. You can drive. Two house and land packages. Your shining knight can rule his... These are modern, elegant houses, priced competitively, just... LAPD, ma'am. Are you all right? That lowlife! That filthy lowlife! What happened? I was standing ready to get off and... I heard a click. His camera. That pervert took a picture of my... up my... Which way did he go? There! That's him! Right there! Mm-hmm. О, знаешь? Фак. Лицо знакомое, но я не помню, кто это. Ну, который магазин с этим реквизитом. А, все, точно, да. Так его Рой лично знает. Go on, Phelps, get after that creeper!
это же машина Рора. Ё-моё. ММА, здорово! ММАшка, день добрый тебе, привет, здравствуй! А мы тут преступников гоняем. Поганой метлой по Лос-Анджелесу. Извращенцы. Один чувак там с дерева упал. Да? Да. Тоже извращенец. Наверное. Дерево молодое. Hit him! Clear this asshole off the road! Hit him, Cole! Spin him out! Мы еще добавили. Да, на курсеры прикольные бывают вещи. Что за курсеры? Ну, сайт там есть, курсера. Предлагают обучение. Иногда бесплатное, иногда за деньги. Читают курсы преподаватели различных институтов, читают курсы лекций. Всяко от программирования до, я не знаю, до вышивания крестиком. Ну, того, да. ММА, спасибо тебе за внимание. Отдохни, не скучай, интим, кайф по выходным. Men's health. Черт. Any Central unit 484 just occurred. 3155 4th Street. Допустим, сам не сбили. Ладно. Ладно. You're behind the wheel. Иди меня, большая черепаха. Господи. Вези. Can you drive to this one? Блин, такой крик был. Шляпу потерял. Any central unit 484 just occurred. 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3 identify. 11K calling KGPL. You'll take the 484. 11K, see the man. Citizen reports that 484 just occurred at 3155 West 4th Street. 11K, handle code 3. You gotta help me, officer, please. Slow down. What happened? I was just walking alone, not bothering nobody. And these punks jumped me. They knocked me across my mouth and took my money. How long ago was this? Not more than 20 minutes ago, mister. They went that way, down the alley there. Wait here. Я же говорю, мне герою нельзя доверять. Please, you sucker. Son of a bitch is taking the car! Shit, come on, let's get after him. Wake up, Cole. ММА, да к МГСу я готов всегда. Меня в 2 часа ночи разбуди, я к нему готов. А вот гоняться за всяким убитком не идет. Да, надо. Надо! Мамэ, а вообще, как дела, как здоровье там, ну, помимо курса? Чего у тебя интересного?
Люди. Не гните нашу машину. Награды такие. И просто другая компания строила. И Лизиан Фьюри. А тут и мы. Спешили. Now, wasn't that a stupid thing to do? Put your hands можно мне игру напинать, а? Болеют, что-то все то отравляется, то болеют. Зря. Выздоравливай давай. Men's health. Отдохни. Не скучай. Интим. По выходным. Да, знатно, он так главное чух. И мы рядом так же. Ок. Скачили прям, по-другому. Men's health. Vicinity of 211 in progress at 3rd and Union. Stand by for further unit to handle. Identify. You know the way. You can drive. Lovely wife and children. That's because the world recognizes good. Any unit in the vicinity of 211 in progress at 3rd and Union. Stand by for further unit to handle. Identify. Car 11K responding. Go ahead with the first. PD. Like hell. Да сейчас прям. Put your hands in the air. Не вреди вам. Черт. Уэлпс. Give it up, LAPD. Да ладно. Don't make me chase you. Побыстрее. И вода. Я догоняю. Он другого кого-то догоняет. Stop or I will shoot. Lock it up and throw away the key. If you get him, give the one for me. Не, главное, я не понимаю логику. Нужно прицелиться, да, то есть держать на прицеле, you чтобы потом выстрелить в воздух. Ой, здрасте. Можно я тебе А, там дядька стоящий его вырубил. Круто. Car 11K to KGPL. 211 from intersection of 3rd and Union is code 4. All units be advised, the 211 at Westlake Pest Control intersection of 3rd and Union is a code 4. Вестлинские инсектициды, то есть где-где это? Может где-то возле них, да? А, нет. Там было. Как раз оттуда там. Началось. Ну вот это дело оттуда началось. Он стрелял как раз в этом магазине. Да где этот магазин? Просто эти уэйслицкие инсектициды, это вот как раз где наш показатчик. Они тут одни, по-моему, на весь Лос-Анджелес. М? Они тут одни, по-моему, на весь Лос-Анджелес. Инсектициды. Так же, как и стахип. Пойдем. Вроде разнообразно. Ну, мой, давай, да, давай сдачу тебе. Там, да, там нужна внимательность, концентрация и ум. Давай, Big Data, это интересно. Всего тебе хорошего. Удачи, успех. Phelps! Черт. Police!
Надо найти тачку. Вот. Значит, тут. Здрасте. Нам нужен ваш мотоцикл. Out of the car, police. Fine. But if the skipper sees us driving around in this, we're dead. И путь нас он довезет. You can drive. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Ой, да ладно. Что будет? You gotta be kidding me. We're driving this. Son of a bitch! Detective Phelps, LAPD. What's going on here? This joker was trying to tail one of our patrons. I'm a reporter, you idiot! I'm doing a feature for the Examiner, and that patron I was following is a red under investigation by the feds. Where is he now? The parking lot. His is the Blue Talbot. Say, how about an exclusive when you bring him back? Shove off. You won't be filing your story today. I'll check this out. A red, huh? Sneaky bastard. Oh, I'm gonna enjoy this. Серьезно. LAPD, sir. Can I have a word? Это та самая крутая тачка. He's not getting away that easily. I can't hit a target that isn't there, Phelps. А он бы выехать куда-нибудь, а? Keep it steady, and I'll try to bust his tires. Put your hands in the air! This is harassment. Understand? My politics are sexual. Nobody's got but my own. Нам и ту тачку подогнать. Ну а вдруг? Вдруг она гляделась. All units, officers need help. Hollywood and Highland. Hollywood and Highland officers need help. 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3. You drive. I need to go over the case notes. All units, officers need help. Hollywood and Highland. Hollywood and Highland officers need help. 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3, identify. What have we got? Three guys tried to knock the place over and got jumped. Now they got a half dozen patrons and staff for insurance. Do we know the situation inside? Two inside covering the hostages. Plus this charmer at the front door. We need to do something about him now, sir. He won't negotiate, and he'll kill this poor bastard if we don't put him down. Wait.
Нет, такие пересылки я очень, не очень люблю. А? Ну да. K, code 4 at Hollywood First National Bank, corner of Hollywood and Highland. Suspects are down. I need an ambulance and notify the coroner. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, suspects are down at Hollywood First National at the corner of Hollywood and Highland. О, еще десятки. Попс, я обошел машину, чтобы не сесть. Это молодец. LAPD, police emergency. Jesus, Cole, what's wrong with a good old-fashioned black and white? Что они, я понимаю, точно такая же, да? Давай к нашей. Что таки? Ну, пусть этот поведет. You know the way. You can drive. А что они на покивание? All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, Roger. Your 415 is at the corner of 7th and... Okay. Some disturbance. We need to get up there. Метка. Go on, get after him. Dudley, you killed him. You saw what happened. That creep attacked me. I can't watch you go around with drunk losers like that anymore, honey. What are you doing up here with him anyway? You deserve better. He invited me up to. Dudley, I had no idea you felt this way. Barman и начинающая актриса. Да, да, да. You! Get back here! А, блядь.
Воу, шикарно. Если бармен усит тяжкий пустился. It's no good. We need to get closer. Hit him, Cole. Spin him out. I'll try for the tires. Keep your foot down. Теперь как в Half-Life, да? А что там было? Ну там тоже по железнодорожным путям ездить и там что поездом не задать. Getting close. Steer him off the tar. Hit him! Clear this asshole off the road. Если бы мы были на дороге, еще надо было быть нормально. I can't take the shot from here, Cole. Let's see how fast he runs on bare rims. Самолетик. Just get me a little closer. Hit him, Cole. Spin him out. Hit him. Clear this asshole off the road. Steady, and I'll try to bust his tires. Здесь проезжает. Да вот же. На секунду. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. Take the call, don't take it. It's up to you, Cole. We've got our case. But if me and a certain. Go on, get after him. Get back!
back here. After him, goddammit. It's been a while. I can't take the shot from here, Cole. Get in close and steer him off the tar. I'll try for the tires. Keep your foot down. Hit it. Clear this asshole off the road. Spin him out. It's no good. We need to get closer. Oh my God. Keep it steady, and I'll try to bust his tires. Hit him, Cole. Spin him out. Бежать собрался. You're under arrest, asshole. Dudley Lynch. I didn't mean for him to fall. I swear to Christ I didn't. I just wanted to keep him away from Shannon. He was taking advantage of her. It's out of my hands, Lynch. Claim self-defense and see if Miss Perry will testify on your behalf. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ibar. Unit to handle code 2 identified. You're behind the wheel. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ibar. Unit to handle code 2 identified. Car 11K, we'll handle the outstanding suspect. Roger 11K, see the detective, a possible 484 at Sunset. Cool. Detective Phelps. I'll wait outside. Keep an eye on the place. Phelps need to pee. Give me a grand on cavalcade in the fifth. Yes.
Можно за автобусом перейти. Он мешал следствию. Hey, come on. This ain't New York. Не, никого не было. Да ладно. Еще один с рентгеновским зрением. Ага. Не, ну то через забор вообще. Магиот. Мы же это делали, да? Нам другой дают, если мы. Дадут. You want to leave that one of the uniforms, that's fine. We got plenty to get on with. This car cost me a fortune, you moron! I hope you got some money saved up. You better not get blood on this car. Я был уверен, что мы с тобой сидели. Я тоже. Линкольн континент. Понтяк. А думал, мы сидели. Там еще какая-то стоит. Вон там, там. Вон там, там. Ну там, это где? Вот спереди же. Я сюда держу. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Oh. I didn't come to California to be a brulee, да? But too much of that stuff. Чайку налить? Чего-нибудь другого? Шнапс. Ну, молока, воды. У нас богатый выбор. Wake up, Cole. Давай чай. А кстати, может попробуем другими руками? Давай, то есть ты слева, я справа? Да. Давай. Я уже забыл, как правые кнопки нажимать. Так. Обратно в машину? Ну. Да. Как идти? Левым стеклом. Неудобно. It's the big top with one.
once a polio victim, but now she's the pinup girl for the current campaign, seeking to raise $25 million. Any in the vicinity also needs assistance. 1825 North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue. Unit to handle code 2 identified. А, это задняя? Окей. Левый, ниже задняя, да. Она же, это, ну, прицел брать. Может. О-о-о! Are you crazy? Задняя? Угу. Не могу привыкнуть, что это стрелка. Они стрелками? Да. Миллиметруешь. Ты вообще не мог. Ну там притормаживай иногда. Сейчас человек где-то поворачивать придется. Ну, я не могу, придется. Простите, пацаны. What's wrong with you? Вот на этой, да? Давай его. Как довези? You can drive. Ты сломали. Давай веди. Ну. А теперь я буду заложников убивать, да? Да. Yeah. Конец. Что, он вместе. This is car 11K. Go ahead with the further. Roger, 11K. Officer needs assistance on the grounds of the estate at 1825 North Highland Avenue. Multiple suspects to be taken in custody. Be advised, suspects are armed and dangerous. 11K, code 2. Roger. Ну, попробуем в черную туда сесть. Давай. Detective Phelps, I got the call for assistance. Who are the suspects? Bank robbers. Same gang that took the Citizens National Trust and Savings last month. My daddy was a bank robber, but it didn't hurt nobody. What? Invertible? Ось Y подключить. Спасибо. А мы дополняли что-то. Да. А слева он строительная площадка, видишь? Угу. Компания. Так, мы на какой на строительной площадке, да? Нажимай верхнюю вот это, ага, у меня уже койка. Окей, короче, за эту штуку. Готов? Give me some goddamn cover. Stay in cover. Ребята, молодец. Давай перебежим. Отлипни. Ага. Блин, я пытаюсь это управлять, чем раньше управлял. Сюда, да? Угу.
Attends, plus de gens. Теперь нужно отслепнуть и перебежать еще. Может сразу? Ну чё он? Такие расстроенные лица. Видит Бог, не хотелось только убивать. Can you drive to this one? Херово так на стреме стоит, капец. Ага, да ладно. Hey, move along. This is private property. Sir, we're with the LAPD. We had a report of a burglary in progress at this address. Oh. No burglary. These guys all work nights here. Maintenance crew. Uh-huh. Maintaining what, exactly? No voy a terminar en la cárcel por este idiota. Show me your hands! Что он там один справа остался? Throw out the guns. Внутри рано не могу. Вот впереди столик, да, давай за него. Давай. О, ты можешь прилетать? Нет. Нет. Так, вот сверху там. Get in cover! Давайте направо переберемся. Так. Держи прицел.
иди вот в эту точку. Да? Вот сюда. Ну вот за тут ящики за дальний. Здрасте. Так, лестница справа. Нет? Вот справа, да. K. I've been involved in a shooting and the suspects are down. It's now code 4, but I'll need an ambulance to 539 South Los Angeles Street, Ballard. 11K, I'll notify the ambulance, detective headquarters, and the coroner. My units 11K reports code 4 on the shooting. Suspect is down at 539 South Los Angeles Street at Ballard Tobacco, code 4. Car 11, 11 King, meet the officers of 187 Union and 7th. You know the way. You can drive. Car 11, 11 King, meet the officers of 187 Union and 7th. Standby for further. 11 King responding. Go What's her story? Last seen falling out of a bar with some goon. He got fresh, he got shy, he got angry. Witness has him late 40s, 6 foot, light shirt, dark trousers. He's got to still be in the vicinity, detective. She's not even cold. Опа. Внезапно дело. Тендон. Blunt force trauma. It must have grabbed the first thing to hand and clocked her with it. We came down the alley from 7th Street, sir. He didn't slip past us. Try the rooftops. Filthy rat might have gone for higher ground. Phelps, check the roof. There's our suspect. Give it up, LAPD! L2, L2, L2 зажми, L2 зажми. Левый нижний, левый нижний. Иначе он не дерется. This is going to end it. Like our Lord, I pray. Чуть было не было. Чуть было не было? Угу. Хорошо, даже. Что ладно? Что-то было, что-то не было. А что было? Ничего не было. Пора в этот поджога, в который. Можно стрелка. По минимуму можно стрелка. Угу. Удобно.
KGP L to any central unit. Meet the officer. A hit and run felony at 6th and Alvarado. You drive. Any unit able to handle code 2 identify. And the shadow of doom is etched across the snowbound wastes. Death for KGP L to any central unit. Meet the officer. A hit and run felony at 6th and Alvarado. Any unit able to handle code 2 identify. Car 11 King responding. Go ahead, KGP L. Ah! 11 King. Meet the officer. A hit and run felony at the intersection of. Jesus Christ. Notify the coroner's office. It's not often you get them this easy. Driver left his car behind and hoofed it. Any witnesses? None of them saw the crash, but by the blood, I'd say the driver can't be too far. Did anyone see where the driver went? I saw a guy run up that alley. He's hiding around here somewhere, I know it. Hmm? Какие-то интересные дела, да? Ладно, что следующее? Ну там вот след, по-моему, был под машиной, под колесом машины вон. Ага. Там на стене. Он за ящиком прячется. Да. А где еще? ДПР. What? You goddamn bum! I don't know. Bart! I think we got our guy. I only fell asleep for a second. I've never had any trouble like this before, officer. Never again. Oh, Christ. It's you. William Shelton? Look, you gotta believe me. I'm no criminal. А это кто? Я не помню. Я не помню. Какой-то я хорошо рулил. Ну ты-то получше, я с первого раза. Вот нормально. Брат, догнала мужикам. Че, она убежать пытался? Хрен ему. Я просто не знаю, в каких моментах для тебя притормаживать. Да, Себер, ты сильно приподнялся. Но если ты хотел что-то о сюжете узнать. Как бы есть вода. Есть фонарик плюс один. Наверное, надо насечки ставить на корпусе машины. Хотя, блин, после того, как мы поездим, насечку от царапины отовали, уже будет не отлично. Да-да-да-да. Я мастер сворачиваю. Тут нифига вообще-то не было видно. Что ты делаешь? Да лбы не нужно. Блин.
Давай будем смешать, что мы звоним. Cyber Ghost Child, да, день добрый тебе, приветствую, здравствуй. Слушай, ну сюжетку мы прошли, сейчас катаемся на, по дополнительным миссиям. Да. Которые почему-то перестали нам присылаться. Прямо полицаю, там, машину реквизируем. Давай. Badge 1247, I need your vehicle. Сразу сломали. Мы там забыли, по-моему, напарника. Ну, возможно. Ну. Я скажу, что Саби Гостчик говорит тебе здравствуй. Привет. Здравствуй. Чувак, давай. Я ж поворачиваю. А мы тут руками поменялись. Прикинь. Да, кстати, мы теперь наоборот. Я справа, Валиандра слева. Очень непривычно. Completely new game experience. Угу. Что-то не звонят. Ну, странно. Ночь, может, все спят. Это как раз самое то. Он женщины гуляют всякие. Не слышу, так сказать. Может, в патруле надо было еще не сидеть? Возможно. Давай попробуем в патруле. Это как-то подозрительно. А. Вот патрульная. А, тут нету. Здесь нет свободы. Может, фикснем тогда? Как скажешь? Ай, нам все равно надо будет пару дел перепройти, газетку найти. Хотя самую суть-то мы, да, в конце нам показали. Так что Cyber Ghost Child, воды наши, все. Посмотри, не пожалеешь. И соки тоже. Да. Чай еще хорош. Хорошо, чай. Угу. Лучше, чем делал. Да. И он делает нас человеком. И сосисочки. Да? И борщ с капусткой, но не красным. Да ладно, ты что, этого не знаешь? Как можно не знать Никиту Литвинкова? Вот как так мудрился? Я вчера родился. Я родился. Так что? Послушаем музыку. Why not? Заметь, нам ни разу по пути не попался в эту золотая пленка. Да она там вообще не по пути. Я там будешь специально искать, фиг найдешь. Куда уж по пути. Ну там пленки. Плетки, да. Золотые плетки Голливуда. А че нет? Вот это был бы поезд. Коллектаблс, да. Именные причем. Да, найди золотые плетки. 50 штук. 50 там? Ну, в смысле. Дисков. Не знаю, дисков то ли 50, то ли 25, то ли что-нибудь. Ну что, это совсем модовая штука. Я помню, очень часто они на заправках. Причем там пленки какие-то фильмов, которых я вообще не знаю. Даже близко, да.
Даже не слышала таких. А. И там еще вот эти, помнишь? Эти офицер... не офицер? Базочки. Значки, да. То есть вот я их в двух местах только увидела и все. Больше я еще где-то не знаю. Но это надо совсем упороться. Я считаю. А они что-нибудь дают? Нет. Даже опыт? Может, костюмчики для них открываются, если все собрать? Нет, тут уже есть уже дополнительный костюм, у нас этот стоящий, который без пиджака. Ну, как бы с дополнением идет. Да. Вот костюмы и миссии. Вот, что еще? Вот не что в МГСе, да, кератанчики, как бы их можно найти вполне. Не, не прикольные. Пока-вака. 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 Да. Они там, по крайней мере, разбросаны хотя бы там, где ты ходишь. Так вот именно, и я о том же. Интересно, будет коллектировался. Ну что, если не будет даже рада, то что-то хорошо. Вот такие территории. Ну. Или как в Assassin's Creed, эти флаги какие-то непонятные. Их непонятно зачем собираешь, потому что ничего не дают, но их дофига, они где-то запрятаны в диких местах. Вот в четвертом было прикольно, песни собирать. Песни, да, прикольно, потому что их потом слушаешь. Слушаешь, да, да, да. Ребята, забивай! Да. И не, они вот, там вообще. Ну это клево, мне так нравилось. То есть войду в там в режим, который ускоренный, где ну весь интерфейс собирается, они там. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Shake his belly with a rusty razor, shake his belly with a rusty razor, shake his belly with a rusty razor early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter, put him in the bed with the captain's daughter, put him in the bed with his captain's daughter early in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises early in the morning. В этом. Как-нибудь сыграешь в него? Обязательно. Я вообще хочу поиграть в него в это. Либо сам поиграть, чтобы кто-то параллельно читал, либо кто-то, чтобы играл, а я бы тогда этого Даниэля Дефо почитал. Историю пиратства. Я ее читал уже перед тем, как играть в Ассасина. Это прям клево, там. Читаешь Дефо, и тут же эти же персонажи, только в других ролях, в других амплуа, там другие вещи. А, ну да, прикольно. Блин, да, прикольно вообще. Такая забава. Да, вот такой я бы устроил с удовольствием. Ну давай. Просто так вот играть не хочу, а вот параллельно. Я бы вообще про пиратов что-нибудь информацию не поискал. Так вот, найти, составить, потом. Может параллельно вообще это вот остров сокровищ прочитать. Или черную бороду, кстати. А что ее читать, она черная и борода. Морган. Тоже Морган. Это такая художественная литература, я бы может поискал кто-нибудь. Не, ну художественная тоже интересно, она ведь не на пустом месте основана. Да зачастую там столько фантазий, того же Дефо там вообще бред на бреде. Там, блин, столько сказок. Такой бред очень полезен, я тебе говорила насчет этого рейса. И Samsung. Говорила, да. Напомню. Ну, то, что они ничего изобрести не могут. А, да, все, я вспомнил. Да, да, да. Перейди и доделать, пожалуйста, изобретение.
Так. Мы сейчас еще в чайнике угорим, нет? Можно, да? Вот. Вот же лимбо. Лимбо. О-хо-хо. Можно. Но с перерывом бы на покушать. Сколько времени? Неизвестно. Что такое сейчас было вообще? Что за заявление? Так, ребят, мы тогда уходим на перекур. Вот такой, вот часик-полтора, может два. На поесть. Да? Ну, пока то, пока все. Вот, а потом будет совместочка. Опять же, dual play. As you like. As we love. Лимбо, да? Mm-hmm. Да, начнем проходить замечательную, отличную и во всех отношениях красочно-атмосферную игру Лимбо. Очень позитивную. Очень позитивную. Mm-hmm. Такая. С миниатюрами и юморесками. Прибаутками. И прибаушуточками, да. Легатор, приятного аппетита. Приятного, да, ребят, всем спасибо. Спасибо, да, ребят, спасибо, всем добрейшего дня. Да, вы там тоже. Не забывайте аппетита, подпитывать, да, организм. Да. Мы хотим, чтобы наши подписчики были в состоянии на нас смотреть. На нас смотреть и слушать. Да, ребят, шуточки за 300, да. Шуточки за 500 и кот в мешке. Опачки. Хорошо. Отключает. Других в зале просто нет, потому что они знают, что это бессмысленно. Ладно, ребят, мы тогда оф. Всем ок. Добра, бобра, чая, спокойствия. Рыбку. Да. Похороны Фелпса были сегодня. Такие дела. Ладно, ребят, че увидимся. Отчелся прям. Человек. Согласен?